Бурдасов полетел. Ну вот это про скорость. Скорость Бурдасова есть, бросок Бурдасова есть. И шайба-то в воротах. 1-0 в пользу трактора. Антон Бурдасов. Светлое пятно у челябинцев. Антон Бурдасов. Мы видим, именно он открывает счет сегодняшней встречи. Сначала за счет своей скоростью прорвался в зону казанцев. Ну и здесь такой неожиданный опять бросок без подготовки с угла оказался неожиданным для Тимура Белялова. 8-й гол и 19-е набранное очко в этом чемпионате для Антона Бурдасова. Знарку есть о чем подумать. И ведь он сам эту атаку начал. Он сам шайбу перехватил. Он ушел от троих игроков. Бросил почти с нулевого угла.